Приветствуем вас, уважаемые друзья и ученики субботней школы. В эфире программа по изучению Священного Писания с Церковью Адвентистов Седьмого Дня города Сакраменто. Мы благодарны, что вы вновь с нами, и надеемся, что и этот урок будет интересен для вас и принесет благословение как вам, так и тем, с кем вы будете делиться услышанным. Спасибо, что поддерживаете наш канал своими отзывами и оценками. Это помогает как нам непосредственно, так и в глобальном распространении программ духовного содержания. Сегодняшняя тема очень интересная и даже необычная, так как она коснется вопроса благовестия среди сильных мира сего. В большинстве своем христиане протестантского направления и, в частности, адвентисты седьмого дня – люди простые, занимающие достаточно скромные позиции в обществе. Но Господь призывает каждого – и бедного, и богатого, скромного и влиятельного человека – стать Его учеником. И, возможно, кому-то из нас придется стоять перед влиятельными людьми для свидетельства, как это было в библейские времена. Как обычно, к каждой теме нам предлагается памятный текст. Прочитайте его, пожалуйста. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Прежде чем мы приступим к размышлению, мне хотелось бы спросить, приходилось ли вам в своей жизни стоять перед какими-то очень влиятельными или богатыми людьми в своей жизни? Приходилось такое? Татьяна, как в твоем случае? Ну, с довольно богатыми людьми приходилось встречаться. Приходилось общаться. Ирина? Я общалась с влиятельным человеком. Насколько влиятельным? Ну, замминистра по финансам. Окей, интересно. Хорошо, Светлана? Да, приходилось... скажем так, воочию разговаривать с министром образования Республики Беларусь, решать вопрос по ребенку, по школе, по субботе. И как бы, то слава Богу. Приходилось, да. Ну, в моем случае, да, это в основном ограничивалось директорами школ, ректорами институтов, да, и как-то приходилось и с министром беседовать. Да, ну вот как вы считаете, вот было какое-то у вас волнение перед встречей с подобными людьми? Почему мы обычно боимся встречи с такими людьми? Мы просто рисуем себе, что эти люди влиятельные, значит, они, ну, очень высоко стоят, а мы такие простые, о чем мы будем с ними говорить, или они, возможно, не захотят с нами говорить. Но на поверку оказывается, что эти люди такие же, как и мы, и в большинстве случаев очень даже простые, общительные, и совсем другие по впечатлениям вызывают у нас. Угу. Ну и потом есть такой момент, когда Господь убирает всякое волнение, всякий страх. Вот у меня именно такое было, такая ситуация была. И именно Господь начинает говорить, особенно когда ты за дело Божие стоишь. Угу. Вот я хочу сказать, что это, наверное, зависит от того, на какую тему ты общаешься с человеком. Вот как у Светланы, это было отстаивание своих взглядов, да, ты должна была отстоять и решить вопрос. У меня было совсем другое. И общение было очень простое, легкое, и не было никакого волнения. Да, действительно, я тоже вот так вот вспоминаю свой опыт общения с этими людьми. Да, было переживание, потому что в моем случае, да, от этих людей зависела моя дальнейшая судьба. И действительно, ты понимаешь, что вот эта встреча сейчас может очень, очень много решить в моей жизни. Но вот как вы уже упомянули, когда ты идешь отстаивать дело истины, Господь просто успокаивает, дает такую размеренную речь и убирает вот этот страх, потому что ты понимаешь, что ты идешь за правое дело, как говорится, да. Судя по библейской позиции, у Бога есть разница между богатыми и бедными людьми. Очень хорошо это записано в книге пророка Даниила. Там какая-то очень интересная, особенная история, кто хочет поделиться. Ну, там описана история о царе Навуходоносоре, который тогда царствовал, и, конечно, он был очень успешный
в то время, и он увидел сон, позвал чародеев и мудрецов. Он хотел, чтобы они ему растолковали этот сон, но получилось так, что они не понимали, что происходило. И он вспомнил, что есть такой Валтасар, это Даниил, в котором, как Слово Божье говорит, что Навуходоносор говорил, что в нем есть дух, дух живого Бога, что он сможет растолковать. И так и получилось, Даниил ему растолковал сон. То есть Навуходоносор видел огромное дерево, высокое, с большими ветвями, которые Господь потом срубил, и остался только корень. Ну и Даниил ему это растолковал. Говорит, лучше это твоим врагам услышать, чем я тебе это скажу. Ну, это правда, то, что мне Господь открыл, что твое царство прекратится на определенное время, и ты будешь жить с животными, и, ну, пастись травой, и, но твое царство возвратится. Так и случилось, или что-то по-другому произошло в жизни Навуходоносора? Ну, так и случилось. В конце концов, он сказал, что Господь, ты все устанавливаешь, все твоей рукой, ты ставишь власть и забираешь власть, и он возвеличил Господа, и тогда ему власть вернулась. Да, это, конечно, удивительная история, вызывающая сегодня очень много споров и рассуждений, что же это было за состояние у Навуходоносора, что же это за болезнь такая была, что вот он ощущал себя, не просто ощущал себя животным, у него были все признаки животного, не человека, а животного. У него выросли огромные когти, и шерсть росла, ну, волосы длинные. Ну, если вы представите человека, который не ухаживает за собой, психически расстроенный, не моется, потому что здесь написано, роса его орошала, да. То есть он нигде не принимал душ, он не обстригал ногти. Жил как животное. Конечно, да, это я больше в таком плане, просто здесь чуть красочно описано, конечно. Ну, сконцентрировать внимание на том, как он жил в то время. Но психически расстроенный человек, это вполне все вероятно, да. Но интересно, что мы знаем из жизненных опытов, что психическое расстройство получить – это возможно. Это практически каждый человек может получить на фоне чего-то, на какого-то удара там или трагедии какой-то может получить психическое расстройство. Вот излечиться из него, вот это уже другой вопрос. Выйти из этого состояния. Но мы находим, что Навуходоносор посмотрел в небо и пришел в себя. Это вообще, как говорится, нонсенс. И более того, что все это время его царство оставалось за ним. Какие-то регенты, конечно, управляли, да, но никто его не убил где-то там, где он находился под деревом, где он обычно любил, наверное, бывает там, не отнял этот престол. То есть, вот как было сказано, в видении царство осталось за Навуходоносором. Знаете, я хочу на что обратить внимание, что всего этого он мог избежать. Вот 24 стих 4 главы Даниила говорит: «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Это Даниил говорит ему, да? Он мог избежать этого. Представляете? Да, Бог ему открыл, что будет, и сказал, что ты можешь избежать. И перед тем, как исполнилось это пророчество, что происходило? Он вышел и любовался всем своим... Не я ли величественный это построил? Этот величественный... Потому гордость. Гордость. И здесь очень красиво заканчивается эта история. «И ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Удивительно. Это прекрасно. Да, ну, как бы даю даже надежду для любого. Потому что гордость это у всех, мне кажется, ну, нет больше такого человека. В большей мере. Да. Ну, как мы говорим, власть имущих, они как бы больше страдают этим, потому что у них есть вот эти рычаги. Мы не знаем, как бы мы себя вели, если нам дали бы такую власть там или деньги.
потому тяжело судить. Но гордость, она присуща всем. В самом начале этой истории, когда Навуходоносору только приснился сон, и он искал, кто бы истолковал, да? Вот смотрите, 4-5 тексты. «Тогда пришли тайновецы, обаятели, халдеи, гадатели. Я рассказал им сон, но они не могли объяснить значение его. Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар, по имени Бога моего, и в котором Дух Святого Бога. Ему рассказал я сон». Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, которое я видел, и значение его. Для меня вот эти стихи, они как бы призыв к нам, что Навуходоносор, он понимал четко и знал ценность Даниила, и ценность того, что через него говорит Бог, истинный Бог. И мы являемся в этом мире именно такими Даниилами. Ну, должны быть, по идее, да. То есть вот этот вот момент тоже очень красочно говорит о том, на каком месте, где мы стоим и стоим ли мы там. А чему нас учит вот эта история, история с Навуходоносором? Какие мы выводы можем сделать? Богатые также нуждаются в спасении, как и бедные. Да, к ним нужен чуть-чуть, может, другой подход или больше усилий, постараться зайти в их круг общения. Ну, это уже Господь должен давать мудрость и возможности, чтобы как бы подойти ближе к ним, потому что есть такие люди, что к ним ты и не, ну, не подойдешь. Не подойдешь. Даже на прием не запишешься. Да. Ну, мне кажется, что они точно такие же люди, как и мы, абсолютно такие же, из крови и плоти. И да, помимо конечно, этого, из крови и плоти. Это никто помимо не спорит. Этого, ну, честно сказать, очень много очень хороших людей, высокопоставленных, богатых людей, которые хотят узнать истину. А мы, у нас есть какой-то барьер. То есть этого барьера, в принципе, быть не должно. Поэтому Господь сам устрояет и посылает тех людей, которые могут это сделать, которые могут общаться с этими людьми. Это, ну, как бы обусловливает круг общения. Надменность – очень опасный грех, как для богатых, так и для бедных. Безусловно, да. Потому что каждый может болеть этой болезнью. Да. Когда человек хочет узнать о Боге, если даже он богатый и влиятельный, Бог дает ему это желание узнать. У меня был директор на работе, когда еще во Львове я работала. И я ему на день рождения подарила «Конфликт веков», вот этот набор. Mm-hmm. Он мне сказал, что, говорит, я много читал, много чего знаю, но о Боге не знаю ничего. Mm-hmm. И потом бывало, что он мне звонил, Ира, зайди, и задавал мне вопросы. Ты как только не смейся, а скажи мне вот это, а скажи мне вот это. Если человек хотел, Дух Святой над ним работал, и он спрашивал, он узнавал. Чудесный пример, да. Четвертая глава пророка Даниила дает важные перспективы для современных христиан, призывая нас развивать смирение перед Богом и признавать Его верховную власть над всеми земными силами. Вот некоторые выводы из этой главы. Во-первых, исправьте любую гордость или самодовольство. Также помните, что вся власть исходит от Бога. Следующее. Не отчаивайтесь, когда Бог смиряет своих детей. И также помогите призвать лидеров, признать Божий суверенитет. Развивайте свидетельство хвалы, когда Бог восстанавливает смиренных. Пусть уроки царя Навуходоносора побудят нас развивать более глубокое благоговение перед нашим Богом в этом мире высокомерия и мятежа. Следующая история, над которой нам хотелось бы сегодня порассуждать, записана в 4 книге царств, 5 главе с 1 по 19. Зачитайте, пожалуйста. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам, и человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку,
и она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6 тысяч сикелей золота и 10 перемен одежд. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с письмом сим, вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять или оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих, на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман, и пошел и сказал: «Вот я думал, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Авана и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился в гневе. И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе: только омойся, и будешь чист». И пошел он и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божия. И обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. И возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его. И пришел и стал пред ним и сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он: «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман: «Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твоего: когда пойдет господин мой в дом Римона для поклонения там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона да простит Господь раба твоего в случае сём». И сказал ему: «Иди с миром». И он отъехал от него на небольшое пространство земли. Эта история, она, конечно, известна нам еще с детства. И она полна, просто полна различных уроков и нравоучений. Но все-таки во свете темы, которую мы сейчас рассматриваем, какие выводы мы можем сделать из этой истории? Поделитесь, пожалуйста, своими размышлениями. Ну, я бы хотела сразу же обратить внимание на девочку, которая была уведена в плен, которая служила у Неймана и которая не побоялась как бы указать на то, что может быть его исцелением. Она же все-таки была, я не думаю, что ее нежно взяли и перевезли, да, сказали: «Ну, дорогое дитя, поехали с нами, так нужно». Она претерпела страшное переселение, возможно, ее родители убили, и она была у врагов. Но, тем не менее, она как проявила себя, и она не побоялась подсказать, что может быть вот такой вот исход событий. Да, что еще? Я извиняюсь, и ей поверили, что самое интересное. Значит, да? Она так себя в этом доме зарекомендовала. Да, то есть они не сказали, что это же девчонка, ребенок. Да, светлое дитя. Ну, для здоровья люди готовы на все. Что еще мы можем извлечь из этой истории? Что еще? Ну, меня, конечно, убил здесь царь израильский. Он разодрал одежды, поставил чуть ли себя на место Бога, и он сразу подумал, что я сделаю в этой ситуации, как бы только, ну, я.
И, ну, Елисей в то же время очень противоположно говорит, почему ты разодрал? Пошли ко мне, пускай люди узнают, что здесь есть Божьи люди, через которых Бог может действовать. Как бы нам не нужно бояться вот признавать, что Бог может через нас работать. Мы очень маловерные. В основном, мне кажется, мы маловерные. Тут опять гордость царя проявляется, правда же? Ну да, он потому что думает, как я разрешу эту проблему. Да, вот он мне будет потом угрожать или обвинять меня в чем-то. А мне кажется, что тут еще такой момент, да, непонимание и неверие. То есть, если, допустим, с царем Навуходоносором, он знал, что у него в царстве есть человек Божий, да, Даниил. А тут царь израильский, он знал, что есть Елисей, он знал, что он пророк, но он даже не провел параллель, что он может, что он способен это сделать. То есть ему даже в голову это не пришло, он просто испугался, что сейчас вот как бы царь да, захочет просто повод для войны. Да, еще я бы хотела сказать именно о Неймане. Мы видим, что в его случае в нем боролась вера и гордость. Гордость не позволяла ему окунуться в Иордане. Как он говорит, что эти Авана и Фарфар, реки, они были чистые, прозрачные, там были красивые берега, люди ходили туда купаться, да. И Иордан, который, возможно, был на тот момент полноводной рекой, мутной, грязной, да. Иордан воды. Вообще очень мутный и грязный. И у него был выбор. Но все-таки вера в нем победила, да. И он понимал, что он мог получить исцеление только в точности, исполнив слова пророка, так как он сказал. Я бы хотела добавить, что здесь помогли тоже вот слуги-друзья, да, как да. Мы помним с прошлых уроков, да. Когда друзья привели расслабленного, парализованного своего друга. Здесь также он мог, потому что ему не понравилось, что Елисей не вышел. Он бы не послушал. Он разгневался, еще бы не пошел в воду, и все, пропало исцеление. А еще из этого проистекает такой момент, характеристика Неймана, насколько он был хорошим все-таки человеком, да, что он и как бы имел хороших вокруг, хорошее окружение. И девочка вот эта вот, жена. Видимо, да, жена тоже, и вот слуги тоже, видимо, так о нем заботились. Если бы он был негодным человеком, то, я думаю, вряд ли бы кто-то отстаивал его оздоровление. И то, что он прислушивался к ним. Так вот, из этого проистекает, что насколько у него было отношение хорошее к своим подчиненным. А как вам нравится ответ Елисея, когда вот этот вот язычник говорит ему, ну ничего, если я вот все-таки еще в свой храм языческий пойду, и придется мне в силу своих обязанностей и поклониться перед языческим богом, и другие вопросы задает ему, а Елисей говорит, иди с миром. Вот что вы по этому поводу скажете? Прав ли был Елисей? Ну, я вам скажу так, что если бы, допустим, на начале пути нашим к адвентизму нам сказали все доктрины адвентистские, что нужно делать так, и этак, то я бы сказала, о нет, ребята, это слишком большая ноша, да. То есть, в принципе, фактически так чуть-чуть и получилось в какой-то степени. И то нам открыли только маленькую щелочку. Но Господь, Он дальше вел. То есть, когда мы видим, что человек принимает, то есть тоже параллель с нами проводится, что не нужно навешивать на человека все. Нужно дать возможность Господу строить отношения с этим человеком. Мы только открыли дверь. Безусловно. И этому человеку дать возможность самому дойти и понять, что вот да, вот это я уже не могу делать. Даже если все открыто, все равно нужно дать время, чтобы человек принял и следовал всем принципам. Потому что многие знают все от начала, потому что у нас в церкви крещение никто не примет, если не пройдут все доктрины. Даже у меня с моими родителями, с нами была такая история, когда родители пришли в церковь в 80-х годах. Доктрины прошли, знают, что кушать, когда суббота. И это уже прошло, не знаю, полгода, может больше. Мы поехали на море всей семьей. Ну и как обычно мы покупали раки, креветки и так дальше продолжали кушать. И здесь нас встретили кто-то из нашей церкви. И так удивились, что мы это все кушали. Говорят маме, а что вы не знаете, что это нельзя кушать? Мама говорит,
Нет, я знаю, что свинину и кролика нельзя. А за это не знала. И все, после того времени никаких проблем, все поняли. И потому действительно у каждого свое время, или быть надо благосклонным, да, к таким людям. Да, во-первых, а во-вторых, наверное, возможность вместить вот эту истину, она тоже у каждого своя, потому что мы нигде не встречаем на страницах Библии больше имени Нейман. Нигде не сказано, что он присоединился к израильскому народу или он стал поклоняться живому Богу. Мы ничего о нем не знаем. Мы можем только предполагать, что все-таки вот эта вот встреча с Елисеем оказала на него неизгладимое впечатление. И все-таки он уехал от Елисея с Богом в сердце. Угу. Вот это очень важная вещь, да. Вы знаете, есть такое выражение, что когда забиваешь гвоздь, очень важно не стучать настолько, чтобы не сломать вот эту вот шапочку. Да, то есть вот эти вопросы, они очень важны в нашей евангелизации. Вы знаете, вот мне захотелось бы зачитать, как Эллен Уайт в книге «Евангелизм» говорит: «Хотя учитель истины должен быть верен в преподавание Евангелия, ему не следует сразу обрушивать на слушателей массу нового материала, который люди не в состоянии воспринять из-за новизны и трудностей для понимания». Какой актуальный и полезный совет на сегодня. Следующий персонаж, о котором хотелось бы сегодня вспомнить, это Никодим, который пришел к Иисусу. Давайте эту историю зачитаем полностью. Золотые слова Евангелия. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог“. Иисус сказал ему в ответ: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие“. Никодим говорит ему: „Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?“ Иисус отвечал: „Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа“. Никодим сказал ему в ответ: „Как это может быть?“ Иисус отвечал и сказал ему: „Ты учитель Израилев, и этого не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Да, золотые стихи, чаще всего, которые употребляются в проповедях и цитируются даже наизусть. Удивительно, Иисус этому человеку открывает полноту всего Евангелия. А скажите, пожалуйста, кто такой был Никодим и почему он пришел к Иисусу? Он тоже был знатный человек, фарисей или законник, да, фарисей.
которого волновало. Он как бы боялся, он пришел ночью к Иисусу. Может, почему стеснялся или не готов был публично признать Иисуса Мессией. Да, и все-таки, как мы знаем, он был начальником Синедриона, и Иисус неоднократно ему указывает на это, говорит, как, ты не знаешь таких элементарных вещей? А вот. Знаете почему? Потому что они считали, евреи считали, что родиться свыше должны те, которые приходят из язычества. Он был израильтянин, он был образован, он все знал, ему не нужно было. Он считал, что ему этого не нужно, это не для него. Что-то его зацепило, что-то сподвигло. Он увидел в Иисусе что-то такое. Да, мы уже упоминали об этом. Полноты, вот. Полноты, когда Дух Святой наполняет твое сердце. Да, мы уже говорили о том, что в самом деле евреи считали, что у них все уже есть для того, чтобы быть спасенным. Но этот человек, он чувствует, что этого недостаточно. Он приходит к Иисусу ночью и хочет получить ответы на вопросы, которые, наверное, и сегодня нас волнуют. Да. Знаете, что еще интересно? Что после того разговора ничего не произошло. Иисус посеял семя, и 3 года, пока Иисус совершал свое служение, Никодим никак себя не проявлял. Никак. И только когда Иисус уже был распят, тогда у него все сложилось. Он вспомнил те слова о том, как Иисус говорил, как Моисей вознес змею в пустыне, да? Все у него сложилось, и после этого он начал поддерживать учеников. Потому что ученики были в печали, они были испуганы, и именно Никодим тогда вышел вперед. Ну, немножечко еще раньше, если вспомнить, да, как он защищал перед Синедрионом все-таки. Он пытался защитить Иисуса. То есть все это время у него происходило обучение, то есть Дух Святой работал. Да, то есть это семя, посеянное Иисусом тогда, оно дало свои всходы. Ну вот и всегда нужно вот дать время этому семени. Ну не надо, у меня такой интересный есть на работе, у нас одна докторша, она любит вазоночки. И вот эти вазоночки она заливает водой постоянно. Я говорю, доктор Тома, ну вы, вот вы своей любовью убиваете эти вазонки, чересчур любовью, понимаете? Вот мы тоже иногда можем это проповедовать с такой любовью, что уже задушить того человека. Вот надо посеять семя. Люди любят вот эту свободу, чтобы они сами дошли к этому. Я люблю, вот как американцы говорят, space, вот это пространство. Личное пространство. Да, я уважаю чье-то пространство. И мне кажется, иногда вот в миссионерстве нашем надо вот это пространство давать. Сеять, молиться, по нужде смотреть, ага, надо что-то полить или за солнышко посветить, пригреть. И вот потом, уже после смерти, Никодим какие плоды приносит. Да. Просто удивительные. Да. Даже вот тех 100 литров принести алоэ. Вот я себе подумала, даже простое 100 литров минеральной воды принеси. Конечно. Это уже какие деньги. А это было алоэ и смирно, да. Чтобы помазать тело. Он уже ни с чем не считался. Он уже понял, что... И ничего не боялся. Ничего не боялся. И ничего не стеснялся. Ну вот пришло свое время. Да? Да. Да, действительно. Да, Никодим был смущен разницей между духовными и физическими вещами. Он, как и многие люди, верил в то, что можно было осязать. Более того, будучи фарисеем, он хорошо знал, что есть добро и зло, и как правильно жить в этом мире. Мы не знаем всего, что произошло там во время беседы с Иисусом, но знаем, что Никодим ушел с той вечерней встречи другим человеком, став тайным учеником Христа. В тот вечер он ушел с новым пониманием Бога и самого себя. И произошло это благодаря тому, что Христос очень терпеливо и доходчиво объяснил ему план спасения. Позже, как мы уже говорили, он принес большое количество дорогих специй на погребление Иисуса Иосифом из Аримафеи и также принял участие в погребении великого учителя. Встреча Никодима с Иисусом стала важным поворотным моментом в его жизни. Он получил гораздо больше, чем ожидал от этой встречи. Какой еще пример
отречение от богатства мы находим на страницах Библии. Эта история записана в Луки 19 главе с 1 по 10 текст. Эта история рассказывает нам о мытаре, когда Иисус проходил через Иерихон. Этот человек очень интересовался Иисусом. Он хотел просто увидеть его. Может, он так надеялся, что ему хотя бы увидеть Иисуса. И когда там проходили они через улочки узенькие, множество народа, Закхей был маленького роста и не мог видеть Иисуса. Ему нужно было вылезть на фиговое дерево или какое-то. Я себе так его представляю, как ребенок. Вот его ждал, когда он увидит Иисуса. И когда Иисус увидел его, он говорит: «Я буду у тебя сегодня дома». И когда Иисус пришел к нему домой, мне кажется, Иисус даже не приглашал его что-то делать, изменять. Он сам говорит: «Я половину имения моего отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Это прекрасное благословение для всех людей. Кто и такие, для него. Кто такие мытари вообще было? Откуда у него вот это вот имущество, которым он готов поделиться? Ну, они собирали подать, налоги. Или как бы налоги. Налоговая полиция, служба, да. Да, да. АРС по-нашему. Себе. И очень часто злоупотребляли. Да. Их никто не любил и относился с презрением. И ну, поэтому да. Он был очень удивлен, когда Иисус сказал, что я сегодня буду у тебя в гостях. Для него, мне кажется, это было верх мечтаний. Ну да, он хотел хотя бы увидеть Иисуса так издали. Будучи евреями сами, вот эти мытари, они для своего же народа были, ну, чуть ли не прокаженными, потому что с ними никто не хотел общаться. Их считали как предателей. Ну, продажные. Да, потому что они работали на римлян, они собирали, сдирали, можно сказать, со своих налоги и отдавали вот этим поработителям. Но Господь говорит такое благословение, в конце говорит: «Ныне пришло спасение дому сему». Вроде бы такие шаги, ну, с одной стороны, серьезные, с другой стороны, ну, решил деньги там раздать. Да. Ну, это какое благословение пришло ну, в дом. Он не просто раздать хотел, правда? Он хотел отдать тем людям, которых он обидел. Да, действительно, история с Закхеем, она достойна подражания, потому что человек осознал всю греховность своей прошлой жизни, что он был нечестен по отношению к своим соплеменникам, и решил этот вопрос все-таки как-то решить, раздав то, кому он должен. Отказаться даже от того, что он так долго собирал. Но мы на страницах Библии находим также совершенно противоположном плане построенную историю. О ком эта история? И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что делать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Что же помешало этому юноше последовать за Иисусом? Как раз имение помешало. Жалко. Богатство. Того, что в течение всей жизни человек наживал, ну, как бы я его понимаю прекрасно. Но он еще молоденький совсем. Какая менее, там у него жизнь? Да, наверное, у него было все-таки наследство. Но это же все равно как бы, это ты уже имеешь, это у тебя уже есть. Это твое. И ты вроде бы такой хороший, замечательный, и ты готов следовать за Иисусом. Но есть одно «но», то есть решиться на вот этот шаг. Но опять-таки мы же понимаем, что Иисус знал это сердце. Сердце этого человека. И Иисус каждому из учеников своих или каждому из тех, с кем общался, он не говорил: «Продавай, иди за мной». Он ничего же такого не говорил. Он сказал только один раз в своей жизни этому молодому человеку. Судя по всему, это было необходимо для него, для его спасения. Иисус видел, насколько он привязан к этому богатству, поэтому так ему сказал.
Он также не сказал к Закхею, да? Да, да. Мне вот кажется, каждый раз, когда встречаешься с этой историей, у этого молодого человека, у него был такой вот, знаете, как мы говорим, синдром отличника, угу, знаете, вот он пришел для того, чтобы Иисус его похвалил. Наверное, он был таким вот перфекционист, любимчиком в семье, все его хвалили, такой молодой, такой умничка, такой перспективный. Я делаю то-то-то-то-то. Да, и у него вот это вот все, и он думает, ну вот я сейчас еще, если вот этот вот учитель меня похвалит, ну дальше уже только звезды. Вот, и тут разворачивается все не в его пользу. Но все-таки мне кажется, что многие богатые люди, они строят вот эту свою... Основу. Основу или вот уверенность свою, mm-hmm, все-таки на своем богатстве. И здесь Иисус говорит, ты должен это оставить и пойти за мной. Но он не имел вот этой уверенности в Иисусе. Если бы он знал точно, это Сын Божий, Мессия, если бы вот это он поверил, он бы, мне кажется, легко оставил. Но мне кажется, что это не только касается богатых людей, что вот как Татьяна сказала, опора, да? То есть не особо сильно богатые люди тоже могут очень сильно держаться за свое имущество, даже за очень маленькое имущество, и отдавать этому приоритет. Это очень, как бы, для нас характерно, к сожалению, для людей. Поэтому это еще один пример, где сердце наше находится, там мы и будем. Да. Ну, Иисус, Елена Вайт описывает, как он сильно его полюбил, да. Они как бы... Он в самом деле был очень вот приятный молодой человек. Да, получили, но все-таки любовь к деньгам. Я себе здесь выписала, что Библия не осуждает богатство и деньги, но любовь к деньгам – это уже и зло. И да. Нерешительность, наверное, все-таки не вера в то, что это действительно вода живая. Перед ним находится. Ну, это сложно, ну согласитесь. Конечно. Иметь сложно. Большие деньги 100%. И тут взять и вот так вот раздать, если человек даже не возможно был только. Он да, он исполнил все заповеди, как он говорит, это все я с детства исполнил, да. Возможно, теория у него была, он все это исполнял, но не было самого главного. А помните, мы уже об одном законнике историю рассматривали? Вот тоже человек пришел и спросил, как мне спастись, да? И вот мы уже упоминали о том, что эти люди хотят получить спасение, а Иисус на них как бы эту одежду спасения пытается одеть и говорит, а ну-ка примери ее, по размерчику ли она тебе, да? И вот смотрите... Вот не подошла эта одежда спасения. Не все принимают. А да, смотрите... ни одному, ни второму. А вот я извиняюсь, хочу сказать, а вот женщина возле колодца, с которой он встретился с самарянкой, угу, он ей ничего не говорит. Он просто вот ей раскрыл вот то, что он является спасителем. Она вскочила и побежала. Она уже готова была принять вот все то, что Иисус говорил. Да, пожалуйста. Я хотела сказать еще раз об Никодиме. Он молчал 3 года, да, когда Иисус с ним поговорил. Но потом, через 3 года, когда Иисуса распяли, он все свои деньги, а он был очень богатым тоже человеком, он дал их на поддержку учеников Иисуса. Да. Да? Потом в конце он обеднел, он умер в нищете. Но все свое богатство он сложил у ног Иисуса. Да, это было его вечная сокровищница. Вы знаете, мне сейчас вспомнился одно стихотворение, оно называется «Во имя Христа». На это стихотворение положена музыка, и эта песня даже есть в моем репертуаре. Но я вот вспомнила четверостишье оттуда. «Во имя Христа откажись от богатства, когда оно требует лжи и коварства. Убей в себе алчность обетом поста, чтоб стать тебе щедрым во имя Христа». Удивительные тексты, что действительно вот эта алчность и любовь к богатству, она может нас в какой-то момент просто поработить и закрыть нам возможность к спасению. Да, как мы уже упоминали, Библия не осуждает само богатство, она предупреждает о потенциальной опасности. По словам апостола Павла, любовь к деньгам, а не сами деньги – есть зло.
Библия упоминает о тех людях, кто позволил своему богатству удержать их от полной преданности Иисусу. И богатый юноша этому пример. Услышав о цене, которую необходимо было заплатить за унаследование жизни вечной, он отверг предложение Иисуса следовать за ним. Но несмотря на его отвержение, сказано, что Иисус полюбил его. А это значит, он желал ему спасения. Факт, что он попросил этого юноша продать все свое имущество и вырученные деньги раздать бедным, прежде чем следовать за ним, не означает, что богатые люди не могут быть его учениками. В данном конкретном случае проблема заключалась в том, что богатство молодого человека мешало подчинить свое сердце Богу. Его сердце полностью было пленено этим богатством, и оно стало объектом его предпочтений. Только что мы с вами рассмотрели историю о богатом юноше, который отверг призыв Христа. Но все ли богатые люди так реагировали на Иисуса? Или была еще какая-то реакция? Была и позитивная. Вот, вот Матфея, 27 глава, 57 и 60 тексты нам рассказывают другую историю. «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился». Сколько он сделал уже для умершего Иисуса, к сожалению, умершего. Но пошел к Пилату, то, что ученики не могли сделать, да, не имели власти или знакомства. Потом плащаницу, тоже это, говорят, недешево было. Потом отдал свой гроб, который выбил в скале. Эти истории говорят о том, насколько разносторонний подход был у Христа, что у него очень много было и последователей богатых, возможно, в тот момент они не проявляли себя, а уже когда все совершилось, то есть мы уже видим, что не только бедные люди к нему тянулись, но и богатые, разумные, образованные люди, они тоже видели этот свет. И эта история еще раз говорит о том, что всему свое время. О, да. Никогда не нужно дожимать человека уже до такого состояния, что вот хочу увидеть результат. Да результата мы можем при своей жизни не видеть. Mm-hmm. Такое даже в жизни родителей и детей бывает, mm-hmm. что родители бывают всю жизнь молятся о своих детях, а дети приходят к Богу только после смерти родителей. Вы знаете, мне вот иногда вспоминается в таких случаях вот эта вот навязчивая реклама, которая иногда идет, особенно по телефону. Ну, если они вас уже словили по телефону, они уже будут держать до последнего, пока всю информацию не выдадут. В моем случае, особенно когда слушаешь ее на английском языке, уже в какой-то момент уже так устаешь. Так устаешь. И может быть, это и все здорово, что они рассказали. И может, оно мне даже бы и подошло бы. Но мои мозги уже так устали, что я просто вынуждена прервать этот разговор, потому что я не могу дальше уже это все вмещать. Вот точно так же может быть, и когда мы вот так вот внушаем. Ну, потому что вот эти люди, эти, что звонят, они уже как роботы. Они даже не имеют своего мнения. Вот ты, если зададишь какой-то персональный вопрос, они даже не отвечают. Они вот там, что у них написано, они вот только то говорят. Вот не дай Бог, чтобы мы такими были, бессердечными миссионерами. Вот надо сделать работу и все. А мы вот должны смотреть, какая ситуация, какой человек, какой подход. А как сегодня мы можем оказывать влияние на богатых и влиятельных людей, как вы считаете? Ну, наверное, своим примером и, помимо примера, наверное, отношением к этим людям. Я вот хотела привести пример как раз того министра образования Республики Беларусь, к которому я дошла, да, попала, потому что на самом деле очень хороший человек был, и я к нему попала не потому, что я как бы к нему сразу же пошла в последней инстанции, а изначально я прошла большой путь от директора школы
до, потом комиссия, потом замминистра образования, потом уже министр образования. И когда мы с ним общались, это понимающий человек, который сталкивался с этой проблемой, которому не в новинку эта проблема, и он очень адекватно воспринял все, и мы с ним даже хорошо пообщались, и я ему подарила «Великую борьбу», он меня очень поблагодарил и сказал, что вообще в принципе знает адвентистов седьмого дня только с положительной точки зрения. Слава Богу, какой хороший пример, да, да? Еще какие есть? Я бы хотела рассказать о человеке, который свои деньги жертвовал для служения Богу. В 2000-х годах в России, в Москве, замминистра финансов была Оксана Сергиенко. Это была член нашей церкви адвентистской. Mm. Она была очень умная женщина. Она раздала этот конфликт веков всем. Это только можно себе представить, то, сколько денег она в это вложила. Не всем она нравилась, ее взгляды не всем нравились, но многие ее поддерживали, ее принципиальность, доброту. Но что интересно, что она организовала служение, раздавали газету «Сокрытые сокровища», и она была лидером этого служения. Человек, который был, занимал не высокую позицию, да, в мире, она ходила по подъездам с бабушками, с молодежью и раздавала газеты. Невероятно. Она невероятно тратила свое время для того, чтобы служить Богу, и своим примером показывала, как служить Богу, и для нее это было благословение. Благословение для тех людей, которые читали эти газеты и потом приходили к Богу. Слава Богу, какой удивительный пример для подражания. Да. Еще здесь меня тронула выдержка Елены Вайт из «Служения исцеления». Она говорит, как много мы уделяем времени, у нас есть разработанные планы, как помочь бедным. Но, говорит, а за богатых мы не переживаем. Как что они богатым пропадают. Они... Ну вот в духовном плане она понимаю. Говорит, что многие уходят в могилу, не узнав о том, mm-hmm. что они могли иметь другую жизнь, что они могли помочь или использовать свои средства для чего-то хорошего. И я вот хотела сказать, как мы можем оказывать влияние. Может, мы влияние очень маленькое будем на них оказывать, но когда они видят, что мы держимся каких-то принципов, это люди богатые и влиятельные, они очень уважают это. Конечно. И обычно они сами предлагают, а как мы можем вам в чем-то... Потому что они все хотят в чем-то хорошем поучаствовать, где-то благотворительность mm-hmm. какую-то проявить. И вот нужно давать им эту возможность, этим хотя бы, чтобы они чувствовали, что они вот часть какого-то проекта или часть церкви, или... И Слава Господь Богу. Будет дальше над ними работать, да. То есть не надо бояться, не надо стесняться. Нет, нет. Да. Многие люди, и верующие в том числе, смотрят на преуспевающих людей как на потерянных для вечности, обвиняя их во всех смертных грехах. Но истории Священного Писания, да и жизненный опыт показывает, что этих людей тоже интересуют вопросы духовной составляющей нашей жизни. Мы уже говорили о том, что не вправе классифицировать людей по праву на спасение, выстраивая классовые барьеры. Иисус трудился над такими людьми, и, приняв Его слова, они в будущем становились благословением для людей, и в частности для христиан. И сегодняшние задания, практические задания, призывают нас подойти к этому вопросу творчески. Добавьте в свой ежедневный молитвенный список кого-то из власть имущих, кто не является верующим и с кем вы могли бы время от времени общаться. Здорово. И следующее задание со звездочкой. Напишите письмо человеку, обладающему властью, даже если вы никогда его не встречали, и сообщите ему, что молитесь о нем. Памятный текст этой недели является частью речи Иисуса, в которой говорится о цене ученичества, о цене следования за Ним, которая может быть достаточно высокой.
Истории, которые мы рассматривали сегодня, являются ключевыми для понимания учения Господа о том, что значит следовать за Ним. Важно отметить, что Иисус не говорит о порочности денег или проклятии богатых людей. Он предостерегает, что богатство и влияние может помешать нашему стремлению быть с Ним в вечности. Бог нелицеприятен. Он хочет, чтобы любой человек, независимо от его финансового статуса, стал его учеником. Его заботит не то, что в руках человека, а что в его сердце. И ответственность преданноверующих людей состоит в том, чтобы донести благую весть до сильных мира сего. Будем молиться о том, чтобы исполниться Святым Духом и способствовать приобретению их сердец.